Друзья, всем доброе утро. Вот, Ария наша, красавица. Я думал, с ней будет сложнее, то, что она не будет давать спать, а в итоге как-то высыпаюсь нормально с ней. Ария. Она и со мною спит на подушке вместе, прямо у головы. То, что мы с ней спим в одной кровати, да, Ария? Лапки. Крупная стала, совсем крупнеешь. У нас на улице дождь идет, как я и опасался, что он не даст поработать. Но у нас есть бытовочка, так что там можно поработать будет. Да, Арестар. Сегодня на весь день дождь передали. Сделал Арии с утра вот такой ассорти. Сердечки, индюши, творог и перепелиные яйца. Иди сюда. Ария, иди сюда. Иди кушай. Иди. Ой. Не хочет. Не хочешь, да? Она роял канин. Ела всю ночь. Иди, беги. Беги за ним, давай, давай. Молодец вообще. Обозначила его. Вот каждые 2-3 минуты она писит. Где тряпка у нас? Вот она, тряпочка. Сразу. Все, не трожь тряпку. Давай, играйся. Какая она игривая становится, это ужас, друзья. Прямо шустро так играет. Сейчас мы тебя пойдем прогуляем. Подожди, я с Лукой сперва погуляю, потом с тобой. Ты подожди чуть-чуть, ладно? Подожди, подожди чуть-чуть. Все, давай подождем немного меня, я тебя в игрушечную зону пойду отведу. Ты там будешь бегать. Сейчас я быстренько, минут 10 с ней побегаю там, и все. Убрался в вольерах у наших любимых животных. Вот они. В чистеньком. Водичка есть. Не успел убраться уже. Нагадили. Братишка, ты тоже успел. Давай, иди ко мне. Иди сюда ко мне.
Давно тебя не снимал, я давай заснимем тебя. Какой ты хороший. О, шерсть уже облазит, вот. Иди сюда. Ой, хороший. Хороший. Лучку пока что вон туда забросил. Вот у лучки тоже чисто. Ну, сюда я не стал заходить, до половины помыл, даже чуть больше, видите. Не получается досконально здесь убраться. Алитка. Тайгуша у нас тут. Тоже. Водичка есть, все есть. Только что им всем набрал свежую водичку. А сейчас мы пойдем с Луечкой гулять. Бегать, а то бедная скучает. Ария там одна находится, пищ. Побежали! Побежали! Давай! Опа! Побегаем с тобой! Фух! Ух ты, какая здоровая девчина! Фух. Все, 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 все. Тихо, тихо. Я понимаю, ты рада, то, что тебя прогуливают. На улице тепло. Бегает, как угорелая. Давай, иди купайся, иди. Иди купайся. Луя. Только не застрянь там. Вот толстуха. Чё ты там нашла? Ухо какое-то, что ли? А, да, ушко. Устала сидеть, да, в вольере? Пойдем. Пойдем, пойдем бегать. Тебе нужно побегать. Все, сожрала. Вот кабан, блин. Давай, иди, иди. Купайся, иди. Вон соседний участок. Здесь уже освобождается от деревьев. Трактор пашет каждыми днями тут. Видите, там валяются сломанные деревья. Луя!
Вот я вот боюсь на самом деле гарнитуру, когда одеваю, то что она может прыгнуть и ее порвать зубами. Мясо вытащил размораживаться сегодня, чтобы вечером их покормить. Пойдемте. Арию нашу заберем. Ой, кто это выбегает так сразу? Она ждет меня. Пойдем с тобой гулять. Пойдем. Пойдем. Вот она скучает. Ну все, все. Не надо тебе печалиться. Пойдем. Вон твоя мама на тебя смотрит. Ну-ка посмотрим, как она будет подходить. Ну иди сюда, к ней. Хочешь? Поближе, поближе. Не хочет. Видимо, боится меня. Он братиш, ее любит, как... Он, смотрите, облизывает ее мордочкой. Че, малышка, да, братиш. Вот Луйка. Луйка ее вообще всю нацеловывает. Он тоже. Все тебя любят. А ты рычишь на них. Все, пойдем с тобой гулять. Пойдем сейчас набегаемся. Пойдем. Ария, пойдем. Побежали, давай, давай. Тебе полчасика можно погулять. Я за тобой послежу. Здесь понемногу травка, видите, появляется. Только вот здесь ее нету. В принципе, с ней спать можно спокойно. Она дает выспаться. Я думал, будет сложнее с ней это сделать. А в итоге нормально все. Пойдемте сядем вот на это и будем ее снимать. Пойдем со мной играть. Решил с ней засняться, чтобы поиграть. Ария, иди сюда.
Иди сюда, ко мне. Спит маленькая девочка. Я ее укрыл. Смотрите, как она сладко спит. На улице дождик идет. Пойду что-нибудь поделаю. Время не будем терять зря. Может быть, вагоночку поприбиваю. Потолочку в домике в том. Снова. Есть. Воду она разлила. Кабанчик ее. Все. Спи, спи. 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 Давай спать. Все, пойдем трудиться. Смотрите, кто мне тут помогает потолок зашивать. Вагоночка. Вон, потолок начал зашивать. Вон вагоночка. И она мне тут помогает по строительству. Ты хорошая. Выспалась, я только что забрал. Поставил щит, чтобы она не выбежала. Вот. Потому что уже темно. Скоро пойду кормить наших любимых животных. А она со мной тут будет. Все. Давай я буду работать, а ты будешь мне подсказывать. Хорошо? Все. Остренькие зубки. А то ее там скучно оставлять. Пускай лучше тут со мной будет. Играется тут. Пускай поиграется. Ну все. Будем работать дальше. Да? Вот у всех еда есть. Только что дал им. Вот они кушают. Луки тоже. Вот у них тоже есть. Тайга спряталась, туда ушки занесла. Теперь пойдем маленькую прогуливать. Сегодня не удалось под домиком прибрать, зато занимаюсь стройкой. Вагоночку обшиваю потолок.
Друзья, вот одну пачку вагонки уже прибил. Сколько их здесь штук? Штук 10. Вот, пустая. Ну, так неплохо получается, честно говоря. Ровно все идет. Вагоночка легкая. Быстро залазит друг в друга. Так что будем обшивать полностью потолок. Вот установил прожектор.